Шестой класс, 25-я серия. Решение задач. Задача первая. Число 60 представить в виде суммы двух чисел, так, чтобы больше из этих чисел было в два раза больше разности между этими двумя числами. Назовите большее число. Обозначим эти числа за x и y. X – большее число. Если их сумма 60 – значит, x плюс y 60, значит, можно сказать, что x – это 60 минус y. По условию задачи известно, что большее число, вот x – большее число, в два раза больше разности. Так, теперь вот в это равенство вместо x можно подставить 60 минус y. И получится уравнение с одним неизвестным. Решая это уравнение, находим y. Y – это меньшее число – 20, а большее – 40. Ответ – 40. Задача вторая. Найдите задуманное число, если известно, что после увеличения его в 8 раз, а затем на 8 единиц – получается число, которое на 64 больше, чем задуманное. Обозначим за x задуманное число. Увеличили в 8 раз, а затем на 8 единиц. И получилось число, которое на 64 больше задуманного. Так, давайте решим это уравнение. И найдем задуманное число. Задуманное число – 8. Задача третья. Половину пути мотоциклист ехал со скоростью 50 км в час. Затем задержался на 12 минут. Чтобы наверстать потерянное время, он увеличил скорость на 10 км в час. Каков весь путь? Обозначим половину пути за x. Половину пути со скоростью 50 км в час он проходит вот за такое время. X делить на 50. Вторую половину пути со скоростью 60 км в час он проходит вот за такое время. Разность вот между этим временем и этим 12 минут. А это 1/5 часа. Так, теперь осталось решить это уравнение. X – это половина пути. Приводим к наименьшему общему знаменателю 300. Решаем уравнение. Находим X. Половина пути 60 км. Значит, весь путь в два раза больше. 120 км. Весь путь. Ответ – 120 километров. Задача четвертая. В шахматном турнире было сыграно 15 партий. Каждые два участника сыграли между собой по одной партии. Сколько было участников турнира? Допустим, было x участников турнира. Каждый сыграл по x минус 1. Вот столько партий. Одна партия на двоих, а всего было 15 партий. Вот значение этого произведения x умножить на x минус 1, 15 умножить на 2, 30. Перемножаются натуральные числа, причем это последовательные натуральные числа. Одно из них меньше другого на 1. Какие это числа? Меньшее число – 5, а то, которое больше на 1 – 6. Значит, было 6 участников турнира. Ответ – 6. Задача пятая. Заполнить клетки числами от 1 до 4 включительно – учитывая знак неравенства, так чтобы в каждой строке и в каждом столбце каждое число было записано один раз. Ну, давайте начнем.
Сразу можно сказать, какое число будет вот в этой клетке. В верхней строке уже есть двойка и четверка. Значит, остались числа 1 и 3. Учитывая знак неравенства, здесь записываем 3, потому что 1 здесь записать нельзя. Так, единицу записываем справа. Так, теперь можно записать число вот в этой клетке. В этом столбце есть уже двойка и четверка. Значит, остались 1 и 3. Учитывая знак неравенства, записываем то, которое больше, а то, которое меньше, под тройкой. Так, теперь можно записать число вот в этой клетке. В левом столбце есть тройка, а в нижней строке есть 2 и 4. Значит, здесь может быть только 1. Так. А здесь будет 2, потому что число должно быть меньше, чем 3. Значит, здесь будет 2. Здесь 4. Так. Теперь можно записать число в этой клетке. В этой строке есть 2 и 3, а вот в этом столбце есть 4. Значит, здесь единица. Так, здесь четверка. Так, и осталось заполнить остальные клетки. Здесь будет 3, здесь 2 и здесь 3. Так, все, задание выполнено.